Я готов, господин государственный секретарь, обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений, и искренне и честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте Соединенных Штатов Америки. Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ, и страна, которая готова работать на стабильность и мир. По крайней мере, в этом регионе. Я думаю, об этом мы еще с вами поговорим. Словом, я вас приветствую в Беларуси. Еще раз подчеркиваю и рад вашей встрече.